Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина. Сила России» стартовал в Москве. Проходит впервые. Организован для глав городов, районов и поселений по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В делегации от Новосибирской области на форум отправился и глава города Искитима Сергей Завражин. На площадке ВДНХ для обмена опытом собрались около 7,5 тысяч человек. Все гости побывали на международной выставке «Россия». На ней представлены основные достижения регионов. Есть и павильон Новосибирской области. Он представляет прежде всего сибирскую науку и технологии.